Я тренируюсь по своим ощущениям. Я прихожу где-то около 11 в зал, начинаю тренироваться и прислушиваюсь к своему телу. Иногда у меня очень хороший день, и я тренируюсь всего лишь пару часов, а потом еще чуть-чуть, затем мы едим, потом опять тренируемся. Иногда я тренируюсь два раза в день, иногда три раза в день, иногда полдня. По-всякому бывает. И вот в бою с Русланом Караевым в 2006 году на турнире Final Elimination Руслан очень серьезно побил Бадра Хари. И Бадр очень рассердился на Руслана. Вел себя он не очень корректно. И вы знаете, я был очень молод и иногда говорил лишнее, и эмоции захлестывают, ты не думаешь. Я думаю, что это от возраста. Ну, со временем, конечно, я понял, что совершал ошибки. Вот Бадр сказал, что не будет биться, но потом передумал. И я думаю, очень хорошо, потому что Хари, на мой взгляд, очень талантлив, очень-очень талантлив в своей пронзительности, в своей хлесткости и кинжальная у него такая техника. О Руслане Караеве можно говорить и в восторженных тонах, ярких красках же описать портрет этого спортсмена. Я скажу лишь одно. Он наш. Наш Руслан. Поболеем за него. То, как он ворвался в К1, то, как он крушил всех на своем пути, это, конечно, дорогого стоит. Посмотреть на поединки с участием Руслана собирались тысячи-тысячи болельщиков. Выиграл гран-при в Лас-Вегасе в 2005 году. Не так давно это было. Это фурор был просто. Лас-Вегас аплодировал Руслану. И Тайсон был, и бог знает кто еще там. Все были потрясены техникой и фантастической мощью Руслана Караева. Но это все взялось не из воздуха, не из банковского сейфа. Руслан пахал по-черному. И вот это трудолюбие, помноженное на природный талант, а он из Владикавказа, из Северной Осетии, а там очень много крепких мужчин, это всегда там ценилось, потому что горы, потому что бурная такая насыщенная жизнь и очень глубокая история этому способствует. Руслан достойный сын своей родины и чемпион Европы по кикбоксингу. Чемпион мира по кикбоксингу среди любителей. Это очень сложно выиграть. Там французы, голландцы, да бог знает кто. И тайцы. Бадр Хари сегодня не самый лучший, не самый легкий соперник. Сегодня матч-реванш. Сегодня настоящий... может быть, вечер мести со стороны Хари. 23 года Руслану Караеву и 22 года Бадру Хари. Молодые парни, но звездные. Очень звездные. Суперзвездные атлеты. И сейчас вновь им предстоит встретиться. Руслан пониже. Хотя его рост 1,88 м, Бадр Хари под 2 метра, 1,97 м. Хари весит 94 килограмма, Руслан чуть потяжелее, 97,5 килограммов. Уступает в росте, но чуть поплотнее. Лишь меня одно беспокоит, насколько в хорошей физической форме, насколько работал над кардио Караев, потому что Хари очень быстр. Его левый джеб — это страшное оружие. Но Руслан творит иногда чудеса. Ай-яй-яй-яй-яй! Вот это пошло!
Харри встречает жесточайшими и настолько филигранными ударами, что нарваться можно и готов пробить любую броню Бадр Харри. Руслан, в свою очередь, тоже мощнейшими хуками пробивает. И вот его коронка, и отвечает лоу-киком. Тут же Харри нужно держаться на чеку и не опускать руки ни на мгновение. Практически в любой момент может прилететь длиннющее ручище и не менее, я бы сказал, даже более длинная рука. Нет, здесь уже не будет удара. И Руслан в прошлом бою нанес удар в тот момент, когда Харри опустился на помост, на настил ринга. Но это было в пылу борьбы, и пока не было команды «Стоп», нужно биться. В область печени слева пробивал Караев. В отходе отвечает, бросает правую руку Харри. Вот то, что мы сейчас с вами наблюдаем, это... Ай-яй-яй-яй-яй, это из арсенала муай-тай. И длинными боковыми Караев проверяет. И еще раз. Чуть-чуть сложился и слева, не, право не достает. Лоу-кик в колено. Одиночные удары, они не опасны, не страшны. Хотя бывает, что и проходят. Руслан. Спиннинг-бэкфист. Спиннинг-кик. С разворота бьет ногой, рукой Руслан в прыжке. Душа просит полета у этого человека. Я его прекрасно понимаю. Хорошо, сложился и навстречу попадает. Пошел вперед с головой открытой Руслан. И его чуть-чуть зацепил Харри. Обратили внимание, Харри в центре. Заставляет Руслана двигаться, маневрировать. А вот сейчас Харри. Спиннинг-бэк, кик. На ногах хорошо работает Руслан. Мне нравится, как он движется. И когда Руслан поработает, когда побегает кроссы, когда порежимит и грамотно подойдет к соревнованиям, на мой взгляд, ну, мало кто может устоять в ринге против Руслана. Как хочется хорошей, красивой победы, которая, на мой взгляд, вполне закономерна. И давно я уже жду, чтобы Руслан очень хорошо и красиво победил. Не так давно мы с ним разговаривали на пути в Японию. И вот он из Владикавказа отправился в далекое путешествие. Настроен вполне по-рабочему был. И вот, конечно, и для самоутверждения, и для рейтинга бойцовского очень важен этот поединок. Напоминаю, с Бадром Харри они бились, и победа была на стороне. Удача Руслана Караева. Нокаутом он выиграл. Ну вот, встреча с Глобом Фейтосой. Раем Сефо. Были очень... Ай-яй-яй, вот это Руслан! И помогает вернуться Бадру Харри. Это что-то из разряда Олега Маскаева. Вы помните, как он отправлял своих соперников за пределы ринга? А пропускает, из-под руки бьет Харри. Очень расчетлив, холоден и неотвратим, как судьба Бадр Харри. И был он подобен мечу, выхваченному из ножен. Восточная сказка, вот здесь она ожила и на Йокогамском ринге действует в полной мере. Он родом из Марокко, это Бадр Харри, я говорю. И сейчас он, конечно, человек мира, человек ринга, я бы сказал.
Потому что ринг – это целая не только страна, это целый мир. Это вся жизнь для настоящего мужчины, для настоящего бойца. И сейчас Руслан несколько сумасшедших атак провел. И в то же время несколько раз нарвался на неприятнейшие встречные удары. Перерыв, кровотечение у Руслана. Нос разбил падр Руслану. Это всегда очень плохо, тяжело дышать. Тяжеленный был удар. А Харри как огурчик, несмотря на то, что едва-едва не улетел в зрительный зал. Может быть, Руслану не стоило его придерживать. Однако Руслан поступил здесь как настоящий джентльмен. Позаботился о своем коллеге, товарище по цеху. Руслан мужественно держит вот эту проверку, хотя вы представляете, каково вот сейчас было ему выдержать вот это хватание за нос. Рефери проверил, как переносится, не сломан ли нос. Ну, бой продолжается. Руслан может доставать Харри, лишь выполняя вот такие мощные, стремительные рывки вперед. Это очень изрядную долю отчаяния нужно и мужества, чтобы вот так бросаться на амбразуру, идти под пули. Штыковую атаку слева попадает в голову. Удар у Караева, конечно, чудовищный. И Харри стоит. Стоит, несмотря на такие мощные и точные удары. Аккуратнее, Руслан. И еще разок попадает слева. Но это просто столкнул Харри Руслана. И руки высоко. Руки высоко слева. Джеб и апперкот справа. Я думаю, это нокаут. Я не кровожаден, я лишь констатирую, что Руслан молодчина. И 20 секунд остается. Рефери поднимают. Яй-яй-яй! Ёлки-палки! Да что же это такое? Вот это да! Только что Харри лежал пластом. И так навстречу щелкнуть. С ума сойти! Что мы с вами видим? Это экстра класс. Ну просто супер. То, что творит Караев в ринге. Фантастика. То, что сделал Бадр Харри. Это классика бокса. Вот что значит ринулся на добивание. Вот оно, восточное коварство. Вот прекрасная боксерская техника. Ответил достойнейшим образом Бадр Харри. Ай-яй-яй-яй-яй. Можно было останавливать бой, потому что Харри лежал и практически без движения. Ну, как же так? На встречный справа нарваться. Ай-яй-яй, Русик, а. Был же собран Харри. Было видно, что он заряжен уже. Взгляд у него осознанный. Включился он уже после падения. So thank you. And I swear, next month, 28th of April, the K1 Heavyweight World Champion is mine! Да, Бадр Харри сейчас может горцевать и
надеяться, что 28 апреля турнир Гран-при К1 будет его с потрохами. И, конечно, он один бой проиграл Руслану, но сейчас ответил достойно. Руслан, мы с тобой, мы обнимаем тебя. Чуть-чуть прозевал, хотел закончить в этом раунде, потому что понимал, если Харри отсидится в углу, отдышится во время перерыва, то потом было бы очень сложно ему. И поэтому ринулся в атаку своим боковым коронным. И вот здесь Харри поймал его под руку, навстречу. И точно в подбородок. Это чумовой нокаут, сумасшедший, очень красивый. Несмотря на то, что наш парень попал под удар. Но это К1. Вот это называется бойцовский клуб. А что творят? Да, они могут подурачиться. А нас с вами ждут новые поединки.